Реализовать свой социальный проект в этом году смогли сразу несколько десятков молодых предпринимателей. На эти цели из регионального и федерального бюджетов было выделено почти 16 миллионов рублей. Гранты и субсидии бизнесменам предоставлялись в рамках ведомственной целевой программы по развитию предпринимательства в Ненецком округе. Часть денег предусмотрели и в государственной программе. Более двух десятков предпринимателей в этом году получили субсидии на возмещение части затрат по лизингу. Еще 9 только начинающих бизнесменов стали обладателями гранта на создание собственного дела. Несколько дней назад в регионе прошло заседание специальной комиссии, на которой решали, кто из молодых предпринимателей получит финансовую господдержку. Таким образом, субсидии для уплаты аванса по лизингу получили частные компании «Гиппократ-83» и «МК-сервис». Руководители этих фирм предоставленные деньги намерены вложить в покупку необходимого оборудования. Учредитель общества «Гиппократ-83» в Нарьян-Маре планирует создать частный центр медицинских услуг. Он будет заниматься лечением у пациентов патологии уха, горла, носа, головы и шеи. Второй бизнесмен намерен создать компанию по техническому обслуживанию, ремонту и наладке электрооборудования в сельских населенных пунктах. На реализацию вышеуказанных проектов из федерального и регионального бюджетов направят почти 800 тысяч рублей.